Всем привет, с вами Севпро, и сегодня покажу вам модные команды для Майнкрафта в Pocket Edition. Ну что ж, этот мод добавляет нам много новых команд с ПК-версии Майнкрафта. И чтобы узнать эти команды, нам понадобится лишь чат и прописать так называемую команду Help, после чего нам напишут все доступные команды. Но сейчас написали, что это первая страница Help, и здесь нам доступно несколько команд, которые вы в скором времени можете использовать. Давайте наберем самую простую команду. Это у нас будет Game Mode. Мы перейдем с креатива выживания. И, как видите, нам написали, что мы успешно перешли в режим выживания. Но сейчас я был в режиме креатива, если многие это видели. Что ж, давайте рассмотрим дальше новые команды. И это у нас будет, это у нас будет. Давайте мы попробуем с помощью команды Дива дать себе какой-нибудь новый предмет. Например, напишем IT-12 и одну штучку. И что же мы себе дали? Дали мы себе блок песка. Да, довольно прикольно. И мы также можем его поставить и собрать. Ну что ж, идем дальше. Дальше мы можем ввести, к примеру, команду, угадать какую, Time Seed. Давайте напишем Day. Точнее, день. Ну да, Day. Так, я неправильно написал, он написал дечь. Ну ладно, все равно он изменил время, как видите. Вот. Ну, также мы можем написать help 2, то есть у нас откроется вторая страница. Как видите, нам открылась вторая страница. И давайте спробуем команду kill, то есть мы сами себя убьем. Да, сделаем, можно сказать, самоубийство. И, как видите, мы себя смогли убить с помощью этого мода. Да, довольно прикольный мод. Ну, то есть он прикольный, то есть он работает, да. С этим модом вы сможете поиграть или дать себе определенную вещь, которой нет в Майнкрафте. То есть вы скачиваете мод, но мод не добавляет вещи креатива. И с помощью команды вы сможете дать себе эту вещь. Ну что ж, давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, что же здесь можно еще ввести? Давайте введем погоду. Пишем ветер, после чего пишем rain. Что происходит? А происходит почему-то ничего. Так, это очень-очень странно. Почему у меня не изменилась погода, то есть не появился дождь? Я вроде написал все верно. Давайте попробуем еще раз. Но, походу, эта команда не работает. Ну, или я, как всегда, пишу что-то неверно. Да, такое бывает. Точнее, это бывает всегда, как вы знаете. Да, почему-то ничего не происходит, но, возможно, я что-то написал не то. Ну, скачивайте и оценивайте сами. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.